Это вот уберите. Простите, это я должен зафиксировать. Я должен зафиксировать. Что зафиксировать? Зафиксировать? Это ошибка, молодой человек. Вы это на меня не напирайте, не наседайте. Вы не шумите, пожалуйста. У нас стоп. Есть. Подождите. Не шумите. У нас есть другой случай. Я пришел в выходной день, понимаете, проголосовать за другой избиратель. Да, я граждане, сейчас я попрошу вызвать милицию, не надо милицию. Кричать. Правильно, милицию. Я приглашу очень милицию. Замечательно. А вы кто такой? Вы кто такой? Я председатель избирательной комиссии. Очень замечательно. Ошибка произошла. Какая ошибка? Посмотрите, вот мой паспорт, правильно? Сравните, что там написано. Сейчас посмотрим. Посмотрите. И сравните сюда, видите? Антон Иванович. Правильно. Все, видите? Отлично. А здесь моя роспись уже стоит. То есть, получается, я уже проголосовал. Да. Это возмутительно. Я вас понял. Да, ну, извините, произошла небольшая накладочка. Да это ваша это карусель, понимаете? Какая накладочка? Какая карусель? Ну это, понимаете, просто приходите наш люди сотрудник из-за меня. Принес вас не в ту строку. Да. Сейчас мы давайте вызовем милицию, комиссию и будем разбираться. Нет, у вас дополнительно. А вот это, как вы с этим? Почему как не волноваться? Извините, разберемся. Сына бюллетень сейчас в этом избирательном участке. Ой, не кидалась. Понимаете, это нужно жить, смотрите. Я буду слышать, потом милиция, председатель комиссии. Снимай, снимай, Лёха, снимай. Какая подруга? Она тоже грузинщица. Какая грузинщица? Ну что это? Понимаете, вы срываете выборы президента. Это все? Да, кажется, да. Хорошо. Мариночка, уберите это. Ой. Что? Только что я заснял, как члены избирательной комиссии заполняют бюллетени. Ну что, что сделать? Мы подъезжаем к школе. В каждой школе по несколько участков. Бывает 2, 3 или 4. Наша с вами задача проголосовать на каждом. На участках подходим только к столам номер 1. Никаким другим столам мы не подходим. Это понятно? Да, это я. На столе номер 1 предъявляем свой паспорт. В паспорте будет специальная отметка. Вам дадут бюллетень, несмотря на то, что фамилия не совпадает. А откуда эта отметка? Я сейчас закончу и дам наклейки. Вы их приклеите в паспорт на страницу с фотографией, на ламинированную страницу. Потом снимите легко, никаких следов не останется. Наклейка вот такая. Получаем бюллетень, идем в кабину и голосуем. Ставим галочку напротив номера 5, то есть голосуем за Путина. В кабинке обязательно берем телефон и фотографируем, как мы проголосовали. Это очень важно. Если не будет фотографий с каждого участка, денег вам не заплатят. Обходим участки в школе, возвращаемся в машину, показываем фотографии, получаем свои деньги. А сколько денег? За одно голосование 500 рублей. Участков может быть несколько. Подходит? Конечно, подходит. Делов-то. Если вдруг какой кипиш, наблюдатели поймали, еще что-то. Ведем себя спокойно, ничего никому не говорим, паспорт не показываем. Будут говорить, что позовут милицию, отвечаем, да зовите. Ждите милицию. А милиция в курсе? Да, милиция в курсе. Вас отвезут в участок и там отпустят. Выйдите и получите ваши деньги. Понятно? Понятно? Понятно. Я не уберу телефон, что там делать, покажите. Потому что закон нарушать. Освободите дорогу. Я вас не пущу никуда. Скажите, освободите дорогу. Куда пошел? Милиция, держите его. Наблюдатели, мужик тебе пиздец, я заснял все. Наблюдатели есть, наблюдатели. Да вот он, добавлялся в бюллетени. Он туда, как бежал. Слушай, подожди, я записал, у меня на телефоне есть все. Пока.